ежегодные новости на канале СПФ. И с вами Тёминова Галя и Артемёнок Анастасия. Сегодня в программе выступление студенток Полоцкого государственного университета на ежегодном вокальном конкурсе «Золотые голоса Беларуси». Танцевальный флешмоб в поддержку студентов-мигрантов. Криминальный выпуск новостей. События новостей спорта и многое другое вы увидите в ближайшие 30 минут. Сегодня на родину вернулись новополощанки, которые поехали покорять ежегодный вокальный конкурс «Золотые голоса Беларуси». Девушки приехали с победой. Смотрим сюжет об этом. Thank you.
девчонка с именем странным. И часто бывало, она на просторе в мечтах уплывала за синее море. Алые паруса, алые паруса, алые паруса, паруса. Алые паруса, алые паруса, паруса. А там за морями, за синей чертою, жил парень отважный, с открытой душою. Мечтал он о море, о подвиге славный. Мечтала похода в дальние страны. Алые паруса, алые паруса, алые паруса, паруса. Алые паруса, алые паруса. Алые паруса, паруса. Алые паруса, алые паруса, алые паруса, паруса. Студентов. Талантливые девушки представили танец под названием «Непохожие». И об этом следующий сюжет. Смотрим. Пока диджей нажимает play, да это все, что нам нужно теперь. Просто
вход в расследование самого громкого убийства за последние несколько дней. Сегодня вечером сообщили об убийстве молодого парня. Подозреваемые задержаны. Ведется следствие. Причина преступления выясняется. Подробнее об этом нам расскажет специальный корреспондент. Убили парня. За здорово живешь. За просто так. Спокойно. Как в игре. И было это не за 1000 верст от города, а рядом, во дворе. Еще пылали окна. Между тем он так кричал, прижав ладонь к груди, как будто накричаться захотел за долгое молчание впереди. Крик жил отдельно, вырастал стеной, карабкался, обрушивался с крыш. Растерзанный, отчаянный, больной, нечеловеческий, огромный крик. Он тек по трубам, полз по этажам, подвалы заполняли чердаки. Он ошалело тыкался в звонки, ломился в двери и в замках визжал. Он умолял, он клянчил: «Защити!» Навстречу ослабевшему ему был шепоток: «Не надо, не ходи, простудишься, не надо, ни к чему». Да случай как-то в городе одном. Но помните другие города. Вот если бы не вечером, а днем, вот если бы на фронте, я б тогда... И все. И только молнии пересверг. И все. И не остановился век. Какое это чудо! Человек! Какая это мерзость! Человек! Экстренное сообщение. Обнаружен самолет, пропавший без вести пару дней назад, вылетевший из Новополоска в Хьюстон. Подробности в следующем сюжете. Чувства.
золотую копилку еще одну золотую медаль. Давайте посмотрим сюжет об этом. Ну что ж, продолжим наш выпуск. Наши ребята обладают не только спортивными талантами. Они еще и великолепно танцуют. Давайте посмотрим сюжет одного из номеров благотворительного концерта, который они подготовили к Дню Матери, праздновавшимся на днях. Bang, 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 bang
находится замечательный университет, в котором сейчас проходит фестиваль первокурсников «Дебют 2016». На сцене в данный момент самые лучшие первокурсники спортивно-педагогического факультета. Смотрите нас на канале СПФ в прямом эфире на всех экранах ПГУ. Шутки по краю, вернемся уже никогда. Всех умных, банальных и гениальных знаний накроет волна.